Так, далее. Как будет осуществляться доставка монтажа оборудования при строительстве трассы в труднодоступных районах? Мы создаем технологию строительства, тоже автоматизированную, малолюдную, высокотехнологичную, и строить будем поточным методом, когда один отряд ставит фундаменты, опоры, другой отряд уже делает путевую структуру. Так вот, путевая структура будет делаться надвижкой, и мы будем как бы двигаться по опорам и тянуть за собой дорогу. Поэтому все материалы, оборудование мы будем завозить по нашей же дороге. И мы с нее же можем ставить и фундаменты, опоры, и опоры. Поэтому это единственный приемлемый способ в труднодоступных районах такого строительства, чтобы, представляете, в горах построить, допустим, подъездную дорогу, либо, допустим, вертолетами все возить. Это очень сложно и дорого. А вот такой вариант, он достаточно прост и легко реализуем, и это будет недорого. Поэтому в труднодоступных районах удержание трасс будет незначительным, на 20-30, ну, максимум 50%. Сегодня же, если, допустим, влез дорогу построить в горах, она будет стоить в 10 раз дороже. У нас будет всего там, ну, процентов на 50, не более.